Отмечал день рождения, а в результате спас жизнь незнакомцу. Дело было на Днепре в Смоленской области. Перед застольем именинник Андрей Вдовин решил окунуться, но расслабиться не получилось. Супруга заметила, один из отдыхающих ушел под воду и не вынырнул. Заручился поддержкой сына и начал спасательную операцию. Мы добежали, начали нырять. Я по течению пошел, ничего не увидел. А сын надел очки плавательные и начал на этом же месте нырять. Ну вот где-то раза 3-4 нырнул, и где-то и потом уже на дне увидел вообще лицо в песок, лежит никакой. Глубина большая, течение сильное. Но 16-летний Роман Вдовин смог не только схватить мужчину за плечи, но и вытащить на берег. Там утопающему оказали первую помощь. Ну мы думали, что все, ничего, повезло. Потом позвонили в больницу в Сафоново, в реанимацию. Там его уже ждали и туда отвезли. Андрей Вдовин вспоминает, как только мужчина пришел в себя, первое, что спросил, где мои плавательные очки. Но воспользоваться ими получится теперь не скоро. Пострадавшего недавно выписали из больницы. Поблагодарить своих спасителей он решил лично. За свой поступок спасибо. Я в люди давно разочаровался, а ты мне хоть веру вернула. Это самое главное. Спасибо. Скромный и отзывчивый с детства, рассказывает отец. В школе хорошо учится, любит математику и физику. Сам Роман Вдовин себя героем не считает, поэтому такое повышенное внимание со стороны журналистов для юноши оказалось полной неожиданностью. О том, что стал знаменитым, узнал от друзей. Да, в общем, они мне и рассказали о том, что я появился в новостях, допустим, в одинцовских этих телеграм-каналах. Что сказали? То, что молодец. Эта история со счастливым концом. Роман Вдовин вместе с отцом оказался в нужное время в нужном месте. Но так бывает не всегда. Поэтому правилами безопасного поведения на воде пренебрегать все же не стоит. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».